В дежурную часть полиции обратилась женщина. Она сообщила, что ее дочь, студентку, которая проходила практику в одной из фирм, обманула мошенница. Салон там по продаже окон, двери. Обратился, значит, клиент, женщина, 40-45 лет, славянской внешности, рост 160-165 сантиметров, которая вошла к ней в доверие, значит, стала с ней общаться, говорила, что о том, что, значит, на ней и на ее маме наложена порча, и о том, что порча идет от тех ценных вещей, которые находятся у них в доме. Вот так примерно выглядит мошенница. Это фоторобот. Лицо волевое, возможно, она владеет гипнозом. Ведь мошенница не отстала от девушки и в итоге убедила принести для снятия порчи ценные вещи. Они встретились на скамейке возле одного из домов по улице Терешковой, где она передала все эти вещи. То есть шубу и золотые украшения. Шуба, значит, стоимостью порядка покупала она в рассрочку за 85 тысяч. То есть оценивает гораздо больше с учетом, значит, процентов. И золотых украшений на сумму примерно 70 тысяч рублей. Затем мошенница пропала. Если кто-то знает или видел эту женщину, просьба срочно позвонить в полицию. Арина Макарова, Константин Белов. Наше время.